Даг Дизель. Восьмой цех завода Даг Дизель – Каспийск, испытательная станция морского оружия, сданная в эксплуатацию в 1939 году, находится на расстоянии 2 километров от берега и давно уже не используется. Строительство велось долго и осложнялось трудными условиями. Фундамент делали на берегу, а потом доставляли к месту строительства. Глубина стен 14 метров, а толщина 1,5. К сожалению, цех прослужил заводу недолго. Поменялись требования к проводимой в цехе работе, и в апреле 1966 года это грандиозное сооружение было списано с заводского баланса. Сейчас этот массив заброшен и стоит в Каспийском море, напоминая с берега древнее чудовище. Редкие туристы, которым пришлось побывать в этом месте, отмечали тяжелую и гнетущую энергию.